Вот у меня мой первый красавчик. Боровичочек. Красавчик, мухоморчик. Точечки уже посмывали. Дождем посмывались. Такие маленькие. Сразу втроем идут. Под березочки. Крепенькие. Нашел маленькую сказку. Какая красота, они так раз. А кто это у нас тут попался? И вот еще один. Молоденький боровичок. А я думал, только один будет. Там он второй. А вот и поганка, которая похожа на боровик. Ты сразу радуешься. Потом щпок. И все. Один из съедобных грибов Беларуси. Тетерев называется. Вот он такой вот под низом. Его надо счищать, эту кожуру. И потом варить. Срезать я его не буду, так как я его есть не буду. Одного. И опять третий раз на том же самом месте. Только в этот раз уже один. Ежик. Все заполнено беленькими точками. У нас есть, а еще есть съедобный гриб, зонтик называется. Вот я нашел два штуки. Их просто макают в муку и сразу же жарят на вкус, как рыба. Вот еще поляна зонтиков. Один, два, три. Попробую найти четвертый. Но тут он виден. Ложная пята. Но зато красивая. За два дня вырос. Вот до такого размера. Погрызены жизнью. Ты его тут только не ел. Ладно, доедайте, трогать не буду. А вот и бледная поганка. Самый ядовитый гриб в Беларуси. Здоровенный гриб. Грузди. Пада бабочка. Вот если называть белыми, так только вот эти грибы, молодые подберезочки. Вот они. Только сегодня вылезли, видите? Красота. Вот так. Гриб-зонтик. Теперь вы поняли, почему он так называется. Он как пляжный зонтик. Вон еще один там, под кустом. Пляжик для муравьев. Съедобный гриб, я уже их брать не буду, так как пожарил, поел. Ложный опята, несъедобный, ядовитый. Не смог я не проехать такую красоту. Красно-бурый мухомор с ягодкой наверху. Стихи прям.